Здравствуйте. В наше время, к сожалению, простатит имеется у многих мужчин, и мало кто знает, что можно эффективно его лечить народными средствами. Основным средством является кора осины. Осину, вот такие вот веточки, берем и снимаем с них кору. Затем эту кору слегка подсушиваем в течение дня и закладываем в баночку. Наполняем корой осины половину баночки, остальную часть заполняем жидкостью для настоек. Настаиваем 10 дней и принимаем по 1 чайной ложке 3 раза в день. Параллельно используем другие травы – грушанку, березовый лист. Самый эффективный березовый лист – это тот, который еще весенний, сохранивший клейкость. Грушанку с березовым листом можно сочетать вместе и из этой смеси заваривать 1 столовую ложку на стакан кипятка, настаивать 20-30 минут и принимать по 2-3 стакана в день. Курс лечения 3 недели, делается перерыв недели и дальше при необходимости продолжается еще 3-недельный курс. Я желаю всем нашим мужчинам крепкого, хорошего, мужского, сибирского здоровья. Всего доброго!